Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостем буде депутат Одеської міської ради Володимир Корнієнко. Вітаю вас. Здравствуйте. Давайте на початку програми зробимо таку, знаєте, от нагадування таке. Предостання засідання предостанньої земельної комісії. Всі знають, як воно відбувалося. Там, якщо захочете, можете трохи нагадати. Дуже багато про це говорилося і показувалося. Сьогодні відбулося ще одне засідання земельної комісії. Може, давайте поступово, так? Як сьогодні вас приймали там? Ну, от, як говориться, тільки з пилу жару сразу к вам, після засідання комісії, я посетив ваш телеканал. Ну, що, ну, як я уже неоднократно говорил, такой беспредельной комиссии, я не помню давно, но вот, вот последние тенденции, вот 5-6 комиссий, оно вот идет вот так вот по нарастающей, и то такое какое-то беспринципное отношение к присутствующим депутатам разных уровней, сегодня были депутаты горсовета, и депутаты облсовета, и депутаты Верховной Рады, то есть и такое отношение представителей, членов комиссии к присутствующим депутатам, ну, я такого не помню, такой наглости не помню и в прошлом созыве, это второй созыв депутат, но я такого не помню, чтобы такое было. Короче говоря, все, что они не проголосовали, эти товарищи, на прошлых комиссиях, и что не прошло на прошлых сессиях, они решили протащить это повторно. То есть, как бы, те вопросы, которые даже на сессиях не голосовали депутаты, они просто так их вот повторно выносят опять. То есть, фактически там ничего не исправив. Я так думаю, что мы, наверное, увидим, как поменяются мнения депутатов, которые не голосовали за эти вопросы. Наверное, они вдруг пробудут голосовать за них. Конечно, это дело каждого депутата, но все же, мне кажется, необходимо смотреть, как говорится, и учить матчасти, да, и смотреть, что те или иные решения потом принесут, какое горе принесут они Одессе и одесситам. При том, что настолько они нагло это все выносили, пытаясь задать вопрос, да, вот мы с вами буквально на прошлом нашем эфире говорили о том, что какие-то радикальные действия, может быть, конструктивные, еще что-то. Вот сегодня была конструктивная комиссия, поднимали руку, просили задать вопрос, озвучить замечания по проработанным вопросам, ноль на массу. Не давали возможность озвучить вопросы. Голосовали просто в унисон. Говорили, голосуем, 4 за, голосуем, 4 за. То есть озвучить, они даже не хотели услышать те замечания, которые мы подготовились, и которые мы хотели им озвучить, чтобы, может быть, в надежде они одумаются и не будут голосовать. Да им все равно на самом деле, это видно. Я вел прямой эфир. Сегодня очень много было средств массовой информации, сотрудников полиции. Сегодня там, по-моему, 5 экипажей больших я насчитал машин сотрудников полиции, пожарную. И, ну, как Майдан, грубо говоря, знаете, вот напомнило. Не знаю, но последний раз я такое вот помню там в 2014-2015 году вот такое количество сотрудников полиции в городском совете. Огромное количество муниципальной варты. Я как случайно зашел в сессионный зал вместо аудитории, где у нас проходит заседание комиссии, увидел там картину, человек 100 сотрудников муниципальной варты в мундировании, в латах, как говорится, сидят на поготове, на местах депутатов. Что это говорит? Это говорит то, что власть нас боится. Там два депутата горсовета, там я, Жанна Мандриченко, депутат Верховной Рады, депутат областного совета, еще несколько представителей общественности и средства массовой информации. И ну, знаете, создают такой ажиотаж, привлекают там 200-300 человек, я же говорю, только 100 представителей муниципальной варты, помимо этого спецназ полиции, помимо этого там еще люди без опознавательных знаков, без формы, без опознавательных знаков, кто-то такие, я не знаю, но присутствовали на заседании комиссии. Все это можно увидеть на моей страничке в Фейсбуке, я это, в принципе, публиковал. И публиковал и прошлое заседание, и это заседание. Тут, конечно, беспредел, и те угрозы, которые они озвучивают на комиссии, да, там, пытаясь озвучить вопрос, председатель комиссии Сергей Страшный предупредил меня, что он мне слова не давал, и если что, он меня будет выводить из комиссии, что меня выведут силой. Что я сказал? Ну, попробуй вывести меня. То есть, как бы, это все нарушение закона, это нарушение статуса депутата местного уровня. Потому что
На сегодняшний день закон говорит о том, что депутат местного уровня имеет право посещать все комиссии, все совещания, все рабочие группы, которые происходят в городском совете. Но им сегодня это неудобно. Чиновникам неудобно то, что кто-то будет, знаете, так, наверное, сказать, поднимать вот это на гласность, вот эти вот такие зашкварные вопросы, публиковать их не грязное белье, как говорится, да, вот вспомните прошлую каденцию. Фактически огромное количество земельных вопросов принималось, и как-то так оно было, что комиссия была какая-то закрытая, не публичная, как-то было тихо. И то НАБУ, мы видим сейчас, продолжает открывать уголовные дела по факту всех этих вопросов. Что будет сейчас? Они не задумываются, когда они принимают повально эти беспредельные вопросы, и при этом уже присутствует не там не 6 человек, не 7 человек, как это было раньше там с помощниками, а сегодня там было, ну, наверное, человек 150-200. Причем тоже интересный такой факт, мы заметили в начале, коллега говорит о том, что мэр буквально вот каждый аппаратный говорил о том, что существует пандемия, мы в опасности, необходимо вводить жесткие меры карантина. И когда коллега Жанна Мандрищенко говорит, давайте, уважаемые члены комиссии, с учетом всех этих норм, огромного количества желающих поприсутствовать, мы перейдем в сессионный зал. Она просто не знала, что там сессионный зал занят боевичками, на что она получила ответ, что нет. Ну, то есть, как бы, этот вопрос был проигнорировано. С нарушениями всех норм карантинных сегодня проводилась эта земельная комиссия. То есть, когда им нужно, карантин есть, когда не нужно, карантина нет. То есть, делают, творят, что хотят. Вибачте, я таке уточнююче питання. Тобто сьогодні теж, можливо, була б така суточка? Тобто там були готові, так, що, можливо, когось там не будуть пускати? Ви знаєте, мені кажеться, вони живуть в якомусь своєму фантазійному світі взагалі. Тобто всі ці ситуації, які там відбуваються, там, суточки або ще щось, вони відбуваються тільки з-за того, що вони как бы, їх і організовують. Вони організовують всі вот, какие-то эти механізми. Тобто, как бы все приходят на заседание комиссии конструктивно работать, задавать вопросы. Когда, конечно, не слышат, бывает, выключают микрофон. Я неоднократно подходил к председателю, выступал в его микрофон, когда он там нагло продолжал вести комиссию. Да, я вырывал у него повестку. Я бы вырывал бы повторно, будучи членом комиссии. Но они там попытались, конечно, от меня избавиться, но у них это не получилось. Я все равно прихожу, задаю вопросы. Но, мне кажется, все эти моменты, они провоцируют специально или с учетом того, чтобы показать кому-то, что они контролируют эти вопросы каким-то людям, либо самоутвердиться. Я вот не понимаю, для чего это они делают, потому что, на самом деле очень глупо вместо того, чтобы как бы проводить вопросы граждан, когда мы неоднократно говорим, давайте мы начнем с граждан, будем рассматривать вопросы одесситов. Вдруг ставится вопрос на голосование, начать проводить комиссию с рассмотрением коммерческих вопросов, юридических лиц, это уже о чем-то говорит. А скажите, пожалуйста, а чему это так? Вони не, скажімо так, не цікаво займатися землею громадян. Чому вони її не оформлюють? Ні, воно, как бы, наверное, вот у мене складається таке впечатлення, що там є якась составляюча. Ну, я думаю, действительно понимают, о какой составляющей мы говорим. Я неоднократно им говорил и обращался на прошлой комиссии, сегодня я обращался. Кстати, в конце комиссии тоже прервали трансляцию, и мы договорились, что в конце комиссии мы будем озвучивать наболевшие вопросы граждан, с которыми они нам приходят, важные вопросы для громады. И вот когда четко прошло последнее голосование, вдруг онлайн-трансляция пропала. То есть мы уже не в онлайн-трансляции обсуждали вопросы граждан, вопросы там, с парка юбилейного, еще там ряд каких-то юридических моментов, которые необходимо было озвучить о проблематике проведения вообще комиссии. То, что комиссия нарушает регламент, это вот постоянно. То есть, как бы, в очередной раз в 12 часов ночи, вчера вот коллега сказала, ей скинули повестку новую, в 12 часов ночи, в 10 комиссий, в 12 часов ночи они скидывают повестку, где выносят кучу различных вопросов.
важнейших вопросов. Но, на мой взгляд, я считаю, что каждый вопрос землетвода, он несет за собой какое-то серьезное последствие для Одессы. Там либо стройка, либо отчуждение, либо где-то какой-то захват территории, либо отчуждение свободного участка. Я сегодня говорил, почему вот мы там отводим пустые земельные участки, мы их отводим в аренду, почему не происходит аукцион, где бы каждый бы одессит мог участвовать. И когда это как раз в тот момент, когда они начали говорить о том, что мы боремся за пополнение бюджета, якобы чиновники. Я говорю, так давайте проводить аукционы. Зачем мы отводим там по 200 квадратных метров, 22 сотки просто кому-то дарим, да, там. Или где-то там есть 100 метров, вы там 1,5 гектара отводите. Давайте эти земельные участки на аукцион. Я уверен, что найдутся бизнесмены, инвестора, которые захотят по открытой процедуре, через Прозор, там, привлекая средства массовой информации, онлайн эти закупки, мы сможем увидеть и реально пополнить бюджет только в таком случае. А вот эти вот такие договорники, передача в аренды, потом выкуп, это все вообще, это просто какая-то левая схема ихняя. Что касательно граждан, я неоднократно говорил, делаем открытый реестр. Каждый человек, который обращается в городской совет, на комиссию, имеет право посмотреть, на какой стадии находится его рассмотрение документов. Кто держит? Департамент держит. Вот у нас есть люди, сегодня был такой случай, 30 человек или 20 человек, там Жанна озвучивала, вышло пакетов документов, которые зашли в конце 2021 года, в декабре, там, в январе, вот в этом году зашли. То есть они их вынесли вне списка. Почему? А люди 16-го, 17-го, 18-го годов, 19-го годов, они не могут отвезти до сих пор землю. Тут складывается впечатление, что эти документы кто-то держит. И когда человек интересуется, человек сможет обратиться в какие-то следственные органы. То есть как бы это будет открыто. Почему там, если эти пакет документов там, вместо 3 месяцев, там, год лежит в департаменте земельных ресурсов, почему его не передают на рассмотрение депутатов? Дальше, если он находится в горсовете, а тут такое тоже есть. Я неоднократно был свидетелем того, что документы, которые передавал департамент земельных ресурсов в городской совет на комиссию не попадали. И я на одной из комиссий задавал вопрос Олегу Брендаку. Говорю, где документ? Он мне сказал, в разных местах. То есть вот для того, чтобы посмотреть, в каких разных местах у кого находятся документы, в разном месте у Олега Борисовича или Сергея Анатольевича Страшного, то есть необходим вот этот реестр, который бы человек бы смог отслеживать. И если он не согласен с этим, обращаться, конечно же, в следственные органы, потому что нарушаются его права. Люди реально покупали или покупают дома, там собственность у них там по наследству переходит с 90-х годов, а они не могут отвести участок, потому что кому-то это не... Ну, как, кто-то, невыгодно. Кто-то хочет что-то другое, да, там взамен получить. То есть как бы... Конечно, и об этом постоянно молчат, об этом постоянно на это никак не реагируют. Даже сегодня, очень жалко, что не было на трансляции, когда я говорю, я уже не прошу, я требую создать этот реестр, если необходимо, я готов предоставить там помощников, я готов сам помогать с технической стороны, да, там в обеспечении всех этих процессов, я готов помочь департаменту создать этот открытый реестр, это вообще не проблема, я готов потратить время, заняться этим вопросом. Но мне даже ничего не ответили. То есть, как бы, они абсолютно не заинтересованы. Они боятся такого реестра. Потому что такой реестр положит, в могилу коррупцию в земельных вопросах в отношении граждан и физических лиц. Абсолютно. То есть, как бы... Человек на любом этапе сможет отследить свои документы. Но им это не интересно. Они вот зашкурники. Угу. Я так розумію, що не розглядалася, так, повторюся, так, не розглядалася тема землі санаторію прикордонників, тому що це, скоріш за все, міністерство відкликало, так? Да, благодаря средствам массовой информации общественности вас вот поблагодарить общими усилиями, резонансом этого вопроса. Мы таки его продобились, что министерство, наверное, услышало. Я уверен, что там фейсбуки, каналы, все это смотрят и в Киеве тоже. И когда, наверное, я думаю, не согласована такая позиция, они отозвали этот пакет документов, который уже ранее тоже выносился на сессию и не был проголосован депутатами, при повторной попытке его вынесения таки сняли.
И вот сегодня, кстати, тоже коллега обозначила, что уже сегодня она видела неподалеку от санатория поставленные краны. Это свидетельствует о том, что мы бы таки были правы. Что видно, там были уверены в том, что этот вопрос пройдет сессию, что будет посадка жилых домов. Всем абсолютно, этим товарищам абсолютно наплевать. Там будет этот санаторий, хоть он единственный в Украине, где сегодня еще могут отдыхать пограничники, обычные пограничники, работяги, да, они могут сюда приехать и отдыхать. Я не говорю, что там сейчас за руководство или еще за кого-то. Я не знаю, где кто отдыхает из них там. Может, и не в санатории пограничника, в других местах. Но сегодня это единственное место в Украине, где они смогут приехать, и в частности, с учетом пандемии, закрывать санаторий – это вообще полная ерунда. Я об этом говорил, когда была попытка реализации проекта «Зеленая горка», формирования этого документа, да, противотуберкулезного одесского диспансера, что и стало одним из поводов того, что меня исключили из комиссии. Не любят они, когда говорят правду, и не любят, когда поднимают, как я говорил уже, грязное белье наружу. Но, тем не менее, самое главное что? Что на сегодняшний день этот вопрос мы отстояли, этот вопрос сняли. Я надеюсь, что это не временно, а постоянно. Я надеюсь, что они не будут повторно его выносить. Ну, хотя из практики я могу сказать, что... Ну, можно же проголосовать на сессии, так? Чи ні? Нет, они ж и выносят, чтобы проголосовали за, за передачу в постоянное пользование. То есть, ну, можешь комиссия зібратися напередодні сессии, там за один день и на сессию вынести? Может легко, может даже утром перед сессией собраться. Тут эти товарищи могут все что угодно. То есть, ну я, например, там, ну, этим коллегам не верю, да. Там, в силу всех этих событий, нахождение там в комиссии, видя, как это все происходит. Потому что неоднократно там мы видели и по протоколам, что бывали заседания, что-то снималось, что-то выпускалось новое. Вот там как-то мы проголосовали за сквер там на Гагаринском плато, потом его вдруг перед сессией прям сняли, да. Тоже странная ситуация, там ни меня, ни Жанны не было на эту комиссию, нас даже не позвали, не сказали, то есть об этом. То есть такая ситуация, к сожалению, бывает, и я очень надеюсь, что общественность, СМИ, коллеги-депутаты, которые, ну, все-таки помнят, что их избрали одесситы, и они готовы служить этому городу, они все-таки не будут голосовать за такие вопросы и будут отстаивать позицию на сессии городского совета. Ну что ж, от земельна комісія, сьогодні було засідання, ну, я так розумію, спокійне, так? Більш-менш. Ну, относительно, в принципе, да. То есть, несмотря на то, что нам просто не давали возможность задавать вопросы, озвучивать замечания, эти товарищи монотонно голосовали просто за всю повестку, даже, повторюсь, за те вопросы, которые сняли и на сессиях предыдущих, и на комиссиях не набирались голоса. Сегодня там вышел, там, не знаю, не могу утверждать, болел, не болел, но вот сегодня уже присутствовал еще один представитель партии «Доверяй делам» Андрей Терновский на заседании комиссии. И буквально мы помним, что в прошлый раз некоторые вопросы набрали 3 голоса, сегодня уже они набрали 4 голоса. И решение было принято и вынесено на сессию городского совета. Зараз в цій студії і ви, і депутат Верховної Ради Артем Дмитрук говорили про те, що ви будете приходити на засідання земельної комісії. Тобто якось там робити задавати питання, щоб якось контролювати, так, куди йде муніципальна земля. От ви сьогодні говорите про те, що були присутні і не мали можливості задавати питання, бо ігнорувалося, так, все. Тобто комісія далі буде, скажімо так, збиратися, вирішувати питання, ви будете там присутні, але ніяк не можете впливати на роботу цієї комісії. Ну, от навіть сьогодні член комісії Жанна Мандріченко, член комісії, яка діючий там в цій комісії, вона задає питання, і навіть їй не дають можливість задати питання. Я говорю уже не то, что я как представитель там с дорачим голосом депутат, там кто-то другой. Она, являясь членом комиссии, ее
сегодня игнорирует, и фактически она не может повлиять на принятие решения. Потому что есть определенное монобольшинство, которое сегодня создано и в городском совете, и, соответственно, в комиссии. Поэтому это большая проблематика, и останавливаться здесь нету смысла. То есть мы в любом случае... Я поддерживал Жанну, я буду приходить на заседание комиссии и буду озвучивать вопросы. Мы будем оговаривать после этих всех вопросов в средствах массовой информации. Я надеюсь, что прокуратура таки будет открывать какие-то уголовные дела. Те заявления, которые я написал в полицию, все-таки они будут как-то, будут по ним открыты ЕРДР, потому что там несколько заявлений я уже написал. Расскажи, что за заявы вы написали и на какие результаты? Я писал по поводу того, что мне не предоставляют слово. Я писал о том, что вообще комиссия незаконная и нелегитимная, что она собирается в нарушение регламента. То есть, если сегодняшний день нету никаких уголовных дел, ничего не открывается. Дальнейший этап не знаю. Я буду обращаться в Генеральную прокуратуру, в НАБУ, в САП по поводу этих вопросов, которые были в том числе сегодня проголосованы. Я буду давать какую-то доказательную базу. Сегодня даже с учетом того, что они отключали прямую трансляцию, соответственно, я так понимаю, что ранее те уголовные дела, которые были открыты, они также базировались на каких-то съемках, на каких-то трансляциях, да, то есть наверное, одним из поводов того, чтобы не озвучивались все вопросы, которым мы могли бы потом запросить, наверное, следственные органы, потом же что можно сказать? А у нас был сбой, прямая трансляция не велась. Угу. Я думаю, у них все ведется, но если вдруг у них кто-то запросит, то этого не окажется однозначно. То есть поэтому, озвучивая такие вопросы, я все-таки надеюсь, что рано или поздно правоохранительная система, она таки возьмется за рассмотрение, в том числе, этих земельных вопросов, да, которые на сегодняшний день таки нашумевшие, принимать их с нарушением закона, нарушением процедуры, нарушением регламента, наверное, однозначно нельзя. Сегодня мы видим, что это единственные наши методы борьбы, да, потому что как-то повоздействовать на них, сегодня, наверное, власть не хочет, я говорю сегодня о киевской власти, которая сегодня знает о том, что происходит в Одессе. Очень же много телеканалов показали всю предпоследнее заседание комиссии, и нету реакции офиса президента, не вызвали мэра, не вызвали вице-мэра управделами господина Брендака, да, который сегодня проходит по уголовным делам, и который сегодня является членом земельной комиссии. Не вызвали его, не спросили, почему так происходит, почему там нарушаются права, нарушаются законы. Это показывает все то, что центральная власть... Ваша заява прокурора Венедиктовой. Мы посмотрим, то есть неоднозначное такое заявление, то есть нету никаких, в чей адрес она адресовывается вообще, в целом, как говорится, и ни о чем, грубо говоря. То есть все-таки я думаю, что какие-то следственные действия будут, но уже на сегодняшнем этапе, учитывая все эти уголовные дела, необходимо было отстранить этих людей, наверное, а не давать им возможность в дальнейшем проводить эти вопросы. Робити те же саме, так? Скажіть, ви як депутат, і є такі ще депутати, як, в такій ситуації вам працювати, до вас же звертаються ваші виборці. І насамперед теж, можливо, звертаються, щоб вирішити якісь питання, пов'язані з землею, що вони з 90-х років не можуть щось оформити. Як працювати? Ті збирателі, які ко мені обращались, ще будучи членом комісії, в принципі, на 99% мы всем помогли. Наша команда и отрабатывала, и помогала, и неоднократно мы приглашали людей на заседание комиссии. Тогда были даже прямые эфиры, где это я еще был членом комиссии, где я приводил людей и говорю, озвучьте замечания. Людям озвучьте замечания. В этот момент председатель собирал вещи, убегал, кидал комиссию без объяснения, без технического перерыва, просто собрался, быстро убежал. Все, я убежал. То есть и под камеры, это все видно, это все есть. Как говорится, рукописи не горят. Поэтому
Тех людей, которые сегодня не могут оформить землю, которые годами лежат пакеты документов в городском совете, без объяснения причин, без объяснения замечаний, пишите мне на страничку в Фейсбуке, и мы, соответственно, наша команда отреагирует, мы попытаемся отработать, и там, приходите на заседание комиссии и требуйте, это ваши права, вы тоже избиратели, вы делегировали туда депутатов для того, чтобы они защищали ваши интересы. То есть не какие-то там шкурники, а именно вас, вас, жителей, вас, избирателей. Угу. Ну, тобто я так розумію, що на кожне засідання ви будете все ж таки приходити в цієї комісії, пускають, вас не пускають, але ви будете приходити. Звісно, ну тут як би це мій долг, мене туди делегувала громада, то есть, і я не тільки на засідання цієї комісії буду приходити, я хожу намного на другі засідання комісії, думаю, що до сесії я ще посещу ряд других комиссий, но просто важность этой комиссии, да, там я вот в этом созыве, там как только стал депутатом, стал членом этой комиссии, важность этой комиссии очень высока. И, наверное, даже несмотря на то, я как представитель Малиновского района был в этой комиссии, да, поэтому какая-то ответственность перед жителями есть, а у нас огромное количество, огромная часть в Малиновском районе частного сектора. Это и Ленпоселок, это и Курсаки, Мельницы, там, да, Бугаевка, то есть это те районы, в которых, по которым люди обращаются в земельную комиссию. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, это моя работа, и я готов ее выполнять, помогать. Ну что ж, дякую вам за відповідь. Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Наодинці з усіма» був депутат Одеської міської ради Володимир Корнієнко. Спасибі вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.